Однако, если в горных районах температура будет ниже среднесуточной, то там будут работать котельные, отметил заместитель главы города Евгений Горлов. Администрация обращает внимание управляющих компаний на необходимость проведения профилактических работ. Помимо ремонта и замены старого оборудования, также необходимо провести консервирование отопительной системы на летний период. В свою очередь, горожане и юридические лица, имеющие задолженности перед Сочи Теплоэнерго, обязаны погасить их в ближайшее время, говорится на сайте администрации города. И в связи с окончанием отопительного сезона сегодня начинается плановое отключение горячей воды. На котельных, согласно установленному графику, будут проводиться профилактические ремонтные работы. Первыми на курорте будут отключены сразу три котельные номер 14, 17 и 19. Горячую воду будут отключать на 14 дней. Подача горячей воды будет временно приостановлена не только в многоквартирных домах, но и в школах, детсадах, больницах, поликлиниках, магазинах и административных зданиях.